Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас», а это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Много скопилось опять пустых баночек, давайте все по порядку. Первое, что хочу показать, это освежитель Биоси, вы видели его в последнем заказе, он пришел тухлый. Это один из любимейших моих ароматов, который я хотела на себя ощущать в виде парфюма. Но что-то пошло не так. 8006 его артикул, и девочки в комментариях писали тоже, что он пришел тухлый, совершенно прогорклый, гадкий и так далее. Я выкидываю его полностью, не знаю, может бутылочку оставлю, распылять что-то, какой-нибудь пятновыводитель жидкий и так далее. А так имейте в виду, и те, кому он пришел тухлый, либо возвращайте, если вы уже не успели. Я, например, с возвратами возиться не люблю и не буду из-за одного продукта. Пишем обязательно в обратную связь, чтобы компания знала, и эту партию с производства сняла, потому что это гадость редкостная. Поехали дальше. Татуировки парфюмированные последние, да, в артикуле 3826 заказала еще, потому что Ксюше очень понравилось. Она себе делает их и на лице, смотрится это красиво, знаете, так как индианочка делает на руках и так далее. Отзыв в Дзене давала, на Ютубе, по-моему, тоже размещала. На руке у себя на запястье делала, и вот где рука касалась тела, ткани и так далее, там она стерлась в этот же день, да, а на другом месте вся остальная часть держалась несколько дней, поэтому, да, нормально, дня 2-3 она пахнет, если принюхиваться опять вокруг вас, шлейфа такого не будет. В общем, прикольные татуировки, ребенку поиграться, ну и себе поиграться, знаете, так прикольненько, не более, ну и цена адекватная вполне. Закончился кондиционер для детского белья из линейки Faberlic Baby, один из любимых мною кондиционер, 115-16 артикул, мне нравится одушка, она очень мягкая. Не деликатная, она такая ярко выраженная. У меня здесь превалирует аромат зеленого чая. И классно пахнет белье на выходе. Кто не любит запах от белья, вам не подойдет, потому что он есть. И он мне безумно нравится, когда развешиваешь белье, и прям по всей квартире вот этот вот аромат зеленого чая. И вроде летненький, свеженький, классно. И вместе с кондиционером Sensitive, вот эти два кондиционера, они делают белье самым мягким. Поэтому, да, пару штук последний раз в запасе взяла. Коробочка от парфюма никак не выброшу. Хотелось вам рассказать, что именно вот этот парфюм в артикуле 3264, это Best Bros Game Day, да, оценил муж. Один из немногих парфюмов Faberlic, который он согласен на себе носить, да, на остальные он все прям говорил фу. Поэтому, девчонки, если ищете подарок мужчине своим, присмотрите. На него часто бывает хорошая цена, такая эко-упаковочка, флакончик приятный, 100 мл, да, подойдет прям мужчинам 20-45 вполне. Классный парфюм. Так, дальше. Закончился пятновыводитель кислородный. Артикул его 327. Здесь 500 грамм. Он как-то был дешевле порошка, поэтому взяла его. Сейчас вроде тоже цена немножечко на бытовую химию упала. Надеюсь, что упадет еще Faberlic Сила. Добавляла для усиления стирки. Не сильно прям скажу, что он отстирывает, но если какие-то свежие пятна и так далее, да, нормально, все как бы отлично. И можно, кстати, стирать и без порошка. Это я к тому, что если вот, допустим, будет на хорошей акции пятновыводитель, а порошок для вас дорого, можно взять пятновыводитель и стирать. Когда им стирала я одним, я эксперимент проводила, результат был тот же, что, в принципе, стираешь одним порошком универсальным, да, из серии Doom. Буду ли брать еще? Буду, скорее всего, когда-нибудь. А так прям, что он какой-то супер-пупер, все прям пятна выводит. Нет, не скажу. Так, маска-бальзам для кожи, головы и волос, активатор густоты. Из серии Faberlic Expert Pharma, Cosmetseptica, которая обладает еще и лечебным действием. Артикул 1736. Она классная, она крутая. И знаете, чем она мне еще очень сильно нравится? Тем, что у нее очень крутые ухаживающие свойства. То есть она разглаживает волосики, если подержать подольше, да? Они гладенькие, они не требуют какого-то дополнительного ухода. Она у нас вообще для кожи, головы, ну и волос написано, да, мы ее хорошенечко втираем в голову, она не печет. То есть у нас есть маска, которая печет, а вот эта маска-бальзам, она не печет. Держим какое-то время, я, ну, сколько времени есть, только держу, 20 минут, 30, а потом смываем. И волосики классные, они разглаженные, ухоженные, даже мои убитые, как бы вот. Поэтому вот эту серию очень люблю, и разогревающую маску, и вот эту. Целых два универсальных крема с аргинином у меня закончилось, использовала на ножке, да, артикул 1279, использовала на ноги, чередую с винотоником, не скажу, что прям хорошо снимает усталость, здесь какой-то больше накопительный эффект, но ножки расслабляют, ноги себя чувствуют хорошо,
А вот в плане, кстати, усталости гораздо больше мне нравится винотоник. Но здесь обалденный тоже состав, и у кого есть проблемы с венками на ногах, рекомендую прям очень-очень. Мазала крестюшки и укус комара, но не могу сказать, что он прям прошел. Хочу потестировать на себе, но они меня не кусают почему-то в последнее время. Очень хочется, у меня еще две штуки в запасе есть. Многие говорят, что хорошо снимает зуд. Вот не кусают они меня, хоть сегодня на ночь не включая Раптор, да, проверить, чтобы укусил, снимает зуд или нет. Расскажите, как еще используете, очень интересно. Так, кетчуп Нечаев часто берем, классический именно из помидоров черри, очень вкусный, очень сладкий, обалденный. Самый лучший кетчуп, который я когда-либо ела. 160-50, поэтому всегда берем, несмотря на цену, как бы в масс-маркете можно купить подешевле, но там хуже состав, он не такой вкусный, у меня этот кетчуп любят все. Закончилась соль альпийская. Артикул 161-42. Соль прикольная, вы знаете, здесь розмарин, орегано. Она интересная, она к рыбным продуктам подходит, и к мясным подходит, и в суп подходит, и в салатик. В общем, такая интересная соль. Приятная такая одушка. Для меня здесь никаких отталкивающих трав, ароматов нету, поэтому, скорее всего, повторю еще. Мало соленая она, кстати, ее нужно, если только есть соль эти блюда, добавлять много. С непривычки. Целых две туши. First Class, моя любимая, 53-72. Именно сейчас она у меня на ресницах, и последние несколько месяцев, уже, наверное, полгода, только она на моих ресницах. Я ее люблю, она обалденная, она классная. И здесь у нас не силиконовая, такая обычная кисточка, тушь коричневая. Вот увидите, что она коричневая? Нет, и не увидите, потому что она такого явного коричневого оттенка у нее какого-то нет. Он практически черный, но в то же время, если вы хотите естественные реснички, в один слой они будут очень естественные, очень гармоничные. Все в ней прекрасно. И объем, и длина, и разделение, никаких паучьих лапок. Иногда мне одной туши хватает на 2 месяца, иногда на 3-4, она все никак не кончается. Не знаю, от чего зависит. В общем, но я ее люблю, обожаю. Так, закончился Дейзик. Относительно недавняя новинка. Это Light у нас с вами, да, Faberlic Expert Pharma. Здесь много алюминия в составе. Не очень он безопасный, но он действительно хорошо защищает. 26-77. Артикул и от запаха пота, и... Ну, эффект до 3 дней нет, особенно сейчас в теплое время года. Раз в день я его все равно использую. Ну, раз в 2 дня, может быть, если не жара, раз в 2 дня. До 3 дней нет, нет. И я еще не сильно потливая совершенно, поэтому вот так. Буду, скорее всего, из этой серии Дейзики еще покупать, потому что они помощнее. Жидкое мыло с хлоргексидином. Все время забываю еще заказать. Обязательно нужно. Сейчас расскажу, как применяла. 27-17. Не для мытья рук, вы знаете, протереть крестюшкин столик, когда она поела столик, стульчик, да, слюнявчик, ее сполоснуть, да, быстренько с вот этим мылом обеззаразить. Что еще? Посуду ее помыть и так далее, игрушки какие-то, вот соска упала на пол помыть. Кучу применений нашла, коврик у меня лежит для сушки посуды, да, его сполоснуть, когда, допустим, стирка не предвидится, да, быстренько так руками сполоснула, положила, он высох. Много у него применений нашла, и поэтому мне очень понравился антибактериальный эффект. Здорово, на самом деле, что есть такой у нас продукт. Закончилась пенка Гардерика, совершенная пенка для умывания. В артикуле 0747. Она большая, здесь 175 мл. Никаких проблем у меня с дозатором не было, хотя девчонки жаловались, что бывают косяки именно с дозатором. Нет, все отлично, все замечательно, по пенке самой тоже все замечательно, она хорошо подойдет для жирной кожи. Я не скажу, что после нее какое-то стягивание, чувствую питание или увлажнение. Обычная, хорошая, очень хорошая пенка. Да? Мне больше нравится, если честно, Global Oxygen. Там какой-то есть вот эффект увлажнения после нее, но ни в коем случае ни такого не утяжеления. То есть она сейчас на летнее время тоже подойдет. Но я прям как-то там после пенки вижу эффект, а здесь просто вот хорошая пенка. И макияж она смывает. И лицо хорошо очищает. Не скажу, что до скрипа, нет, не до скрипа, но хорошо очищает лицо, не пересушивает, не утяжеляет, ничего. Стандартная такая базовая хорошая пена. Закончился детокс-шампунь. Артикул 1884. Кристальное очищение. Он у нас с активированным углем. Периодически такие продукты на волосы применяю, особенно если моем шампунями с силиконами, с СЛС, с парабенами и так далее, все это периодически желательно с кожи головы и с волос смывать. И вот где-то раз в 10 дней использую такие средства, да, либо скрабик для кожи головы, либо вот такой шампунь детокс. Поэтому нравится. Он вот, он промывает до скрипа. После него волосы очень спутанные, надо обязательно чем-то увлажнять, но он промывает хорошо. По декоративочке еще недавно еще одну коробку неразобранную с косметикой нашли с Ксюшей. Помада.
Помада в артикуле 406-93. Выкидываю, потому что вот так вот с ней случилось. Ксюшка, что ли, баловалась, да? Тут как бы можно было еще и попользоваться. Чуть-чуть осталось. Она такая, кстати, красивая. Давайте сводчик вам нарисуем. Она яркая, кораллова. Кораллова такая, не знаю, розовая. Она такая помадка красивая. Кто вот такие оттенки любит? Вам камера розовит. Она больше в коралловый уходит под тон. Есть какая-то тут морковная в ней нотка, красивая помадка такая, но ей уже пользоваться не предоставляется шанса. Так, по бадрам, что закончилось? Много баночек. Все по порядку. Так, детские. Витамин D3, артикул 157-78 и омега 157-80. Пропили, допили курс. По две баночки каждого средства у нас был курс. Да, это вот уже вторые. Все хорошо, все отлично, как бы мы этот период не болели, он пришелся на весну, то есть мы где-то с марта, вот, наверное, вот так пили март, апрель-май, да, как раз по две баночки. Хорошие витамины, все замечательно, допили, сейчас летом будет перерыв у нас, а с конца августа опять начну, закуплюсь витаминчиками, живицу куплю, будем пропивать. БАДы Фаберлик мне очень нравятся, я вижу, как они работают. Так, дальше пропила недавнюю новинку, кальций плюс К2, артикул 157-61. Не могу ничего сказать, что у меня там как-то катастрофически. Хотя нет, в этот период у меня волосы быстрее росли на самом деле. Про ногти ничего не могу сказать, потому что делаю их в салоне. Хороший бад, здесь 60 штук, и он пьется у нас с вами по одной капсуле 2 раза в день, то есть на месяц курс. Хороший бад, повторю, скорее всего, еще сейчас летом решил оставить только бады, которые для коррекции веса у нас с вами. Да, все остальное пока не будем. Так, L-карнитин тоже пропила, ничего особенного не заметила, 157-60 артикул. Сказать, что я в этот период похудела, нет, не похудела, но и не поправилась. Девчонки говорили, он хорошо работает, когда совмещаешь его с физическими нагрузками. В общем, я не заметила ничего такого вот сверхъестественного, поэтому навряд ли пока буду повторять. Я больше эффекта замечаю по LSV, по контролю, по очищению, по блокатору калорий, как бы, да. А здесь пока я не поняла немножко. Кто понял эффект, напишите, пожалуйста. Так, и вот как раз очищение еще с прошлого года, оно у меня стояло, потому что забеременела и не пила его. 156-20 артикул, L-карнитин, я вам сказала. 157-60 L-карнитин. Вот очищение работает, то есть если вы садитесь на ПП или на какой-то режим питания, это все может быть связано с плохим очищением кишечника, да, то тогда нам понадобится как раз очищение, чтобы не было таких проблем, каких-то застоев и так далее. Я по одной на ночь, хотя здесь у нас нужно применять по одной-две порции в день, оно так и есть. Я по одной штучке на ночь выпивала, как бы, и все отлично, все здорово. Так, дальше у нас с вами детская линейка TechnoKids 3+, закончилось жидкое мыло для детей. Всегда берем, 23-56, классное, здорово пенится, как пену для ванны используем, как бы никаких нареканий. Так, ой, еще один, а нет, это очищение. Паста детская от Биосем. Ну, тоже никаких нареканий, как бы все нормально, хорошо очищает эмаль. Я сама ей решила попробовать пользоваться, как бы очищает эмаль хорошо, в течение дня зубы чистые. Здесь какой-то компонент есть классный, девчонки мне его называли, ксилит, не ксилит, как он правильно называется. Это одна из немногих паст, которая его содержит, артикул 51-12. Мне вот ее хочется повторить, да, скорее всего, когда все пасты доиспользуем, я ее еще повторю. Не 0 плюс она у нас, не знаю, девчонки, нет парабенов, она такая прям вся типа натуральная. И возраст здесь не нарисован, может быть и написан, но не нарисован. Так, и из Faberlic Baby гель для купания младенцев еще закончился, тоже постоянно его берем, либо для купания, либо для подмывания. Артикул 1641, и сама им пользуюсь, и всей семьей, и Крестюшка, и Ксюшка, как бы все отлично, поэтому у нас всегда несколько флакончиков в запасе. Так, и карбокситерапия закончилась, все три шага. У нас с вами первый и второй шаг в артикуле 0294, а третий шаг он продается отдельно 0295. Карбокситерапия – это вещь очень классная, выравнивает тон, слегка, ну, не выбеливает, но тем не менее, вот пигментация как-то, если пользоваться на постоянной основе, становится немного светлее. Ну и, конечно, пользуемся сейчас с вами SPF, да. Очищает прям изумительно. Кожа потом какая-то такая, если используешь третий шаг, вот там маска гелевая, прям кожа после упругая, классная такая, первыми двумя шагами, да, хорошо очистились с вами, а третьим подтянули и придали упругость. То есть вот это все в комплексе мне очень нравится. У меня потом кожа выглядит великолепно. Сейчас она еще была, по-моему, вчера точно распродажа по срокам годности на многих складах по 81 рублю, девчонки, вообще смех. Просто я взяла две штуки, потому что еще одну штуку тоже у себя в запасах нашла, и она тоже как раз до июля-августа где-то.
Вот, поэтому три штуки будем интенсивно пользоваться. Прям через день буду ей пользоваться. Потрясающая вещь, я очень люблю. Кожа потом прям у меня светится здоровьем, упругостью, разглаженная такая вот, прям все супер. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Ссылка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будущее в России, по крайней мере, точно за Faberlic. Мы потихоньку абстрагируемся, да, от всего остального мира. А Faberlic, он всегда остается с нами, слава богу. Идет навстречу консультантов, слышит нас. Подгузники скоро появятся, вообще супер. Я прям так хотела. Компания нас слышит, компания идет всегда нам навстречу. Всех люблю, целую, всем пока.